Девчули, красотули. Ой. Девчули, красотули. У девчули вот такой транспорт. Федюша у нас доламывает другой транспорт. Сядь. Ну, я иду, иду, мы сейчас поедем с тобой. Поехали? Конечно, поехали, давай. Садись. Тебе веточку дать? Давай я тебе веточку. Поехали за веточкой. Поехали скорей! Давай, скорей, 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 скорей! 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 Да приехали уже, подожди. Сейчас дам тебе веточку. На! На тебе веточку. Свеженькая веточка, да? Красотуля. Ты моя красотуля. Ты моя красотуля. Ты моя красотуля. Ай, красотуля, ты моя. Кися ты моя. Ты моя кися. Кися. Ой. На. Еще одну веточку тебе. Давай девочкам тоже оторвем. Давай. Ой. Сейчас нам девочки что-то разговаривают с мамой. Пошли девочкам отнесем по веточке. На, тебе еще. Смотри, какую большую. Опа. Опа. А это Ульяша с Милашей. Повезли? Держи. И тебе. На. Да. Ох как. Ива-то полезна. И тебе полезна, Ива. Ну, блин, зачем вас кормить? Будете Иву кушать. Ну, под нужный корм. Ну, нафиг. Будете так питаться. Иву им давай, мам. Иву надо давать. Так, Милаша, нельзя резиночку. Где ручка твоя? Милянчик. Угу. Милянчик. Милаша. Милаша. Звездуля. Ой, ты моя красотка. Да ты же моя красотка. Какая красивая девочка. Давайте покажем, что у нас цветет уже. Давайте. У нас цветет. Вот такая примула. Мускарики начинают зацветать. Гиацинтики. Желтая примула начинает цвести. Вот такие. И тут у нас карликовый рябчик зацветает. Нарциссики у нас цветут уже. Какие нарциссы. Смотрите, как красиво. А запах. И мои любимые гиацинты. Шапки какие большие. Красота. Ну и, конечно, примулка еще вот такая. Федюш, за черемшой пойдем? Пойдем за черемшой. Пошли. Да, поехали. За черемшой, за черемшой. Скорей, 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 скорей. Скорей. Скорей, 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 скорей. Так, походу, вишню оборвать. Опа. Ждешь? О, мой гигантик. Так, у нас... Щавель, черемша. Так, сейчас оторвем. Феде и девочкам сейчас отнесем. Ждет меня товарищ. Держи. Ты столько листьев сразу запихнул.
Федь, тебе нормально будет? Ну, с кем-то я сегодня спать не буду, Федь. От кого будет чесноком пахнуть? На, еще один, если хочешь. И его даешь? Пошли девочкам отнесем. Давай я еще оторву. И девочкам отнесем. Стой, стой. Сейчас мы... Там он, Феденька у нас. Сейчас я оторву еще пару листиков. И мы пойдем девочкам отнесем. Держи. Ты можешь принести мне одну упаковку клубники? Могу. Принеси, пожалуйста. Что ты им даешь? Черемшу. А, они щавель только что ели у меня. На, милаша. В общем, захотите, доедите. Девочки не настолько к чесноку. Это не то, что Федя. Товарищ, держите. Любитель чеснока и лука. Федь, что ты делаешь? Зачем ты лапочку грызешь? Федя! Она вообще-то нам нужна будет. И девочки вон там. Федя занят. Девочки, вот. Это наша клубничка, уже обработанная. Специально с агроволокном, чтобы не полоть, мы лентяи. Вот тут клубничку мама обрабатывает, еще одну. Что у нас тут еще есть? Ну, клубничка уже зацветает. Вот. Будет клубничка. Будь здорова. Ты дух. Скорей. Куда едем? К мангалу едем с тобой? Будем сейчас мангал с тобой разводить? Кого покажем? Тусю покажем. Тусь. Ай, Туся. Туся, красотуся у нас там. Туся! Где ты там, Туся? Господи, я не вижу ничего, солнышко. Кого мы еще покажем? Ой, Мишелька у нас тут. Это Мишелька. А это Кубик. Кубик. Да, Федь? Да? Федюш, будем с тобой мангал разводить? Давай, сейчас будем мангал разводить с тобой. Давай. Федя ждет, пока я убираю уголь из мангала старый, чищу. А Федюша ждет, сидит. Да, Федюш? Он Кубику глазки строит. И Тусе. Я тут занята. Федь, ты в полулежащем состоянии, Федь? Все ждешь. Настя никак не начнет мангал разводить, да? Но все никак. Настя все не тем занята. Ну сейчас, сейчас. Так, развела я мангальчик. Сейчас протопим. Будем подкидывать, подкидывать. И будет у нас сегодня на обед шашлычок. Да, Федюш? Чё? Чё, куклы? Куклы! Милаше все интересно. Да? На солнышке-то хорошо витаминки. Витамин, да. Очень хорошо, солнышко. Наш пруд. Пока еще нимфеи наши не доставали красивые.
наш товарищ. Включить этот мотор. Ты что, поливать собралась? Да, клубнику. Красотуля. Да. Где мои девочки-красотки? Ой, красотки какие! Красотки. Да. Вот она, наша банда сладкая. Ой, че, господи, какие хорошенькие. Ну, вы посмотрите, какая сладость. Просто сладость. Приторная. Че ты делаешь? Ой, ой, ой. Ты мой красавчик, ты мой красавчик. Там куры кукарекают, козы кричат, да? Поняшка наша гугокает. Все по плану. Куколка. Куколка. Или мама тебя мама называет? Мама тебя называет морской свинкой? Сейчас нагуляешься, сейчас будет шашлычок. Сейчас хлебушек с сыром сделаем. Картошечку запечем. Класс, да? 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 А что такое? Ты будешь картошечку? Не будешь? Почему? Будешь. Ну, Федюша куда-то полез. Ну, пошли. Пошли, у нас с тобой мангал надо посмотреть. Пошли. Уголёчков у нас уже там много. Сейчас догорят последние. Там углей много. У нас уже готова картошечка. В фольге. Сейчас будем запекать. Да, девочки? Да. Я уже хочет есть. Да. Ты проголодалась? Да? Ульяна. На этой... Я мужу. Узись, узись. Не отгрызай. Узись какой-то, так узись, узись. Узись. Ой, ты куда? Сядь. О, зачем ты оголил живот-то? Ты замерзнешь. Ну сядь, сядь, сядь. Сядь. Молодец. О, молодец. О, молодец. Зачем ты пледик выкинул? Делаем вкусняшки. Вкусняшки еще из моего детства. Я помню, когда шашлык жарили еще в детстве. А это между делом, пока мы маленькие были с братом. Папа нам всегда делал такие бутербродики. Хлеб с сыром. Сейчас малышам тоже сделаю. Так, сейчас сделаем вкусняшечки. Здесь у нас тыква запекается для малышей. И сейчас хлебушек сделаем. Зачем? А тыква с медом внутри. О, даже мне захотелось попробовать. Попробуешь, там много. Вот какой хлебушек у нас. Ой, чуть уже подпалило даже хлебушек. Сыр у нас тает. Сейчас чуть-чуть поджарится. И можно будет есть. Вот сыр прям плавится, как видно. Жарились? Да. Девочки, у нас Ульяна самая голодная. Мам, ты сможешь подать им? Я подойду. Ну да, дать им. Я же не могу одной рукой. У меня в одной руке камера, в другой хлебушек. Вон я им порезала. Тебе бутер вкусный. И вам. Ульяна понимает, знает толк. Ульяна, что ты... Вдруг у Милаши вкуснее? Кушайте пока, перекусите. Он, Милаша, знает толк. Вкусненько. Вот Феденька тоже кушает.